Герой нашего следующего сюжета также прошел боевые испытания. Более того, он считает, что опыт, приобретенный за время службы в армии, помогает ему строить сегодняшнюю жизнь. Подробности у Оксаны Захаровой. В свои 32 года Сергей Шубин прошел путь от ученика-слесаря до начальника механического цеха управления аварийно-восстановительных работ. За его плечами и неплохой послужной армейский список от рядового до старшины, должность заместителя командира минно-подрывного взвода железнодорожных войск и медаль за службу на Кавказе. В 99-м в числе 8 кандидатов в мастера спорта по армейскому рукопашному бою сапер Шубин выиграл конкурс и отправился в боевую командировку в Хасавюрт, оттуда в Гудермес. Задача была по разминированию, заминированию, а охрана вот этого объекта, который мы минируем, разминируем, это уже относилось к другому роду войск, там мотострелковые войска. На тот момент в Гудермесе были воздушно-десантные войска, тоже как бы совместно помогали друг другу. Мы занимались своей задачей и, в принципе, знали то, что нашу спину кто-то прикрывает. В боевой командировке Сергей служил в минно-подрывном взводе Волгоградского батальона железнодорожных войск. Вместо одного месяца она растянулась на 3. Банды формирования, сами знаете, это такие люди, которых не понять, ваххабизм такое направление или вперед и вперед. А у нас, допустим, немножко в России у нас другая немножко психология в этом плане. Там в плане защитить себя и товарища. Обучали, как бы у нас был свой, на базе батальона у нас был свой психолог, замечательная женщина у нас была, наставники, учителя. У нас были преподаватели с горного института, приезжали, нам преподавали. В принципе, это опыт и хорошие наставники. С хорошими наставниками Сергею Шубину повезло и в гражданской жизни. В 16 лет он попал в ученики к Сергею Цвирову. Сразу видел, целеустремленный. Я сразу всем говорил, что из него толк будет. После службы в армии Сергей вернулся в механический цех на работу слесарем, поступил в институт, со временем стал мастером. И почти год Шубин руководит механическим цехом управления. Сергей Владимирович – это, в принципе, воспитанник нашего управления. И на каждом этапе своей производственной деятельности показывал высокие результаты и заслужил, скажем так, вот эту должность, это назначение. И даже сейчас, уже вот спустя пусть небольшое время, все задачи, поставленные перед цехом, выполняются строго в срок, с хорошим качеством. То есть, в принципе, Сергей Владимирович является примером молодого руководителя. Механический цех в структуре управления и предприятия в целом очень важен. Здесь изготавливают нестандартные запчасти и металлоконструкции для ремонта технологического электронного оборудования газовых промыслов, производят освидетельствование и зарядку огнетушителей и модулей пожаротушения, испытывают лестницы, стремянки и пояса самостраховки. В подчинении Сергея Шубина 43 человека. В целом в коллективе, конечно, обстановка положительная. Большой напряженности не наблюдается. Есть какие-то вопросы, но все шероховатости стараются сгладить. Очень коммуникабелен, слово держит. Это есть. Если сказал, то сделает. Если не сделает, то не получается предупредить заранее. Ну, в принципе, обычные нормальные мужские качества тут. Пошел бы в разведку, да, с ним бы пошел. Умения и навыки работать плечом к плечу с товарищами Сергей Шубин приобрел на службе. То же самое работа. Сейчас вот армия помогла. Вот сейчас действительно, вот сейчас нахожусь в должности начальника цеха. Очень помогает. Люди намного старше меня, опытные специалисты. Где-то они ко мне прислушиваются, где-то я у них опыта набираюсь. Это взаимовыручка. Это повседневная работа. Это так должно быть. Если хорошо подумать, то в каждом из нас есть маленький герой своего времени, который имеет свою цель и представление о ценностях. Вообще цель после горячих точек – это цель жить, желание жить, краски другие. А будущее, по словам Сергея Шубина, должно быть чуть лучше настоящего. Оксана Захарова, Олег Зубко, телевидение общества «Газпром. Добыча на дым».